Эй, what's up? Вы находитесь на канале Рубака FM, а это Робокоп Rogue City. Перед началом видео сразу попрошу тебя, вниз под видео, там будет ссылка на ВК-сообщество. Переходи, подписывайся, ставь лайки под этим видео, пиши комментарии и прочее. Спасибо тебе за поддержку. Ну что, нам нужно помочь Огурчику найти фильм, чтобы он дал нам какие-то сведения, да? Но он просил помощи, надо ему помочь. Возможное совпадение. Сад земных наслаждений. Отличный фильм, очень изящно снят. А вот критикам не зашел. Но режиссер, крутейший чувак, он лично пришел на церемонию, где ему вручили награду за худший фильм года. Не стоит прогибаться под давлением окружающих. Легче сказать, чем сделать, друг мой. Давай так. Чтобы сопротивляться давлению, нужно быть смелым. Это точно, но знаешь что? Раз этот режиссер сумел, значит и я смогу, правильно? Только давай дальше искать. Это не тот фильм. Так, а какой фильм? Что-то с мессией. С космосом, добрый пастырь. Отличное кино, а ведь его могли бы и не снять. Говорят, режиссер посмотрел пару страниц сценария. Но, к счастью, его жена вытащила текст из мусорки, прочитала и убедила режиссера дать ему второй шанс. Каждый заслуживает второго шанса. Думаешь? Я вот не уверен. Алексу Мерфи дали второй шанс. Но он... Вернее, ты его правда заслуживал? Такое не про каждого можно сказать. Ладно, не хочу портить момент, но это не тот фильм, который мы ищем. В триллерах и драме ничего. Ладно, тогда посмотри научные фантастики и боевиках, а я проверю хорроры. Так, здесь совпадений нет. Что-то про Библию, да? Цветок Евы. В нем очень красивые сцены насилия. Считаешь, насилие может быть красивым? Просто этот фильм показывает привычные вещи под неожиданным углом. Может, потому что режиссер из Европы. Ты же знаешь, какие они там. В общем, фильм необычный и крутой. Вот что я имею в виду. Видеть красоту в росте — это необычный талант. Увы, счета талантом не платишь. Хотя у меня и счетов-то нет. Ты хорошо разбираешься в кино. Это ценится. Ага. Что может быть лучше хорошего фильма? Но фильм мы так и не нашли. Что вообще ты ищешь? Что тебе нужно? Тленные небеса. Классика. Я до сих пор жду продолжения, но чувак, который это снял, за всю карьеру не сделал ни одного сиквела. Зато он сказал, что если решится на вторую часть, то только к этому фильму. А ты что об этом думаешь? Сиквелы, ремейки, адаптации комиксов. Вот это все. Это пародия на оригинал. Они дают надежду на большее. Ага. А еще ты снова встречаешь персонажей, которые тебе нравились, так что я не против. Ладно. Не хочу быть заевшей пластинкой, но это не тот фильм. Эй, я нашел! Я с названием все перепутал, он называется Мисс Сия. Но это то, что я искал. Это не случайно не та кассета, которая нам нужна. Какая еще кассета? Ты киноман, да? Хочешь боевик снимем? Я лучше пойду, пока он выйдет в прокат. Свет, камера, мотор! Черт, черт, мне тут нужна помощь. Нужна помощь. Thank you.
Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, заходите по одному, чё вы. Что, ебать, там бухает, плюхает? Вы чё, прикалываетесь? Всё. Так, ну, ладно, это какая-то странная потасовка была, если честно. Так, огурчик, ты где? Сначала они болтали про кино, а потом, как давай стрелять, все произошло так быстро. Где огурчик? Убежал через заднюю дверь. Как мне его найти? Не знаю. Но на карточке все указывают какой-то адрес, даже бездомные. Посмотрите в компьютере. Может, что-то найдется? Оп, хилочка, ладно, давай. Чё бы нет, если да. Хилки — это всегда приятно. Так. Джош Пиклс. Джейд Стрит 3C. Последние записи в прокате. Липкие огурцы и сладости, унесенные спринтом. Банджо наносит ответный удар. Толстый, плохой, грязный. Окей, вернуться на улицу. Пойдем вернемся на улицу. Так. Что мы смотрим? Следы недавнего использования отсутствуют. Следы отсутствуют. Дверь недавно открывали. Чёрт, ты в порядке? Да ей. Рассказывай. Я подслушал, как несколько горящих голов обсуждали кое-что. Они убегали от копов и заскочили в видеомагазин. У них с собой была куча денег с проданной наркоты. И чтобы копы не забрали, они их спрятали в коробке от кассеты. Я не расслышал название, вот и попросил мне помочь. Помощь тебе нужна не только с этим. У всех свои проблемы. Я знаю, что облажался, и я понимаю, что ты пытаешься мне спасти жизнь и все такое. Со всеми этими советами нужна смелость. Прости, папаша, когда смелость раздавали, я в очереди за Ньюком стоял. Мне сейчас нужно только одно. И это доза, вот что. Так что, просто оставь мне эти деньги. Я больше ни о чем не попрошу. Ты хочешь, чтобы офицер полиции позволил тебе забрать выручку с распространения Ньюка? Да в курсе я, что ты офицер. Но может, ты один долбанный раз побыть мне другом? Я делаю это как друг. Я это делаю не как офицер полиции, а как твой друг. Отдай коробку. Чувак, ты не можешь со мной так поступить. Уже поступил. Да пошел ты нахер, мне эти деньги честно достались. Ну ладно, я хотел как лучше, я как бы чуваку помог. Я не думаю, что он отлетит от ломки. Ему вроде наоборот должно быть лучше. О, дядя Бен. Приветствую, гражданин. К нам вернулся лучший коп города. Чем могу помочь? Я здесь, чтобы узнать о беглом. Черт, что не так с этой хреновиной? Надо опустить машину, иначе бог знает, что может произойти. Можете? Оборудование новое, я даже не помню, куда дел. Я воспользуюсь клапаном. Ну давай, посмотрим, как это делается. Я думал, вы знаете, как опустить машину. Неужели это так трудно?
Нет, совсем не трудно. Не заводится, открывай капот. Так, давай посмотрим, что здесь не так. Аккумулятор в порядке. Стабильное напряжение выше 12 вольт. Проблема не в свечах зажигания. Напряжения нет. Катушка отсоединена. Тогда понятно, почему машина не заводится. Так, у нас тут еще одна улика должна быть. А что, а где? Понял. В охлаждающей емкости проходит электрический ток. Рекомендую замедлить, заземлить его, чтобы избавиться. Думаю, починить будет его легко. Нормальной автомехаником буду. Завелась, мы в игре. Отлично сработано, Робокоп. Вы мастер на все руки. Лучше всего я борюсь с преступностью. Мне нужно вернуться к делу. Вы сказали, что ищете кого-то. Байкера, вам в последнее время привозили мотоциклы в ремонт? Да, было дело. Приходил один парень, накачанный, такой лысый, с большими ушами. Манерами он, конечно, не отличался, зато заплатил наличными вперед, так что я отказываться не стал. Вам что-то известно о его местонахождении? Нет, но он интересовался, могу ли я прокрасить мотоцикл. Показал мне вырванную страницу с эскизом татуировки. Хотел, чтобы я ему на бензобаке злобную птицу нарисовал. Почему вы думаете, что это был эскиз татуировки? На листе, который он мне показал, были и другие рисунки. Они явно задумывались как тату. И если я не ошибаюсь, внизу страницы был напечатан адрес тату-салона. Это тут, рядом. Что вы нарисовали на его мотоцикле? Какая-то птица, но название не знаю, я же не ботаник. Но голова у нее была лысая. Спасибо за информацию. Отправляюсь в тату-салон. Так, ну в тату-салон, так в тату-салон, чё? Здесь чё, выхода нет? Есть лестница. Улика. Интересно, если я прыгну, я разобьюсь? Супергеройское приземление, кайф. Вообще по боку, с такой высоты плюхнуться. Это я про машину, ей вообще насрать было. Такая груда на нее свалилась. Ну. Дельта Сити. Что не так с этим Дельта Сити? Непонятно пока. Там что-то еще было у здания мэрии, суда какого-то, да? Что-то произошло. Надо будет сходить проверить. У тебя все тело в железе, а ты все равно хочешь пирсинг? Респект. Я тебе еще пирсинг сделаю. Я здесь не за этим. Тогда тату челюсть отлично подчеркнет. Мне шрамов хватает. Да брось, этих красавцев много не бывает. Ладно, раз не хочешь татуировку, зачем пришел? Байкер по кличке Шипастый. Я слышал, он твой клиент. Никаких байкеров у меня не было. Не знаю, кто тебе такое сказал, но это все вранье. Хочешь сказать, ты не делал татуировок уличным стервятником? У тебя нет доказательств, коп. Проваливай, мне работать надо. Ты чё, кучерявый?
Так. А что дальше? Ящик для инструментов не относится к делу. Байкерские очки и ключи от мотоцикла. Контейнер для хранения не относится к делу. Если я могу уровни поднять. Прикол. Что я хочу себе поднять? Психологию? На раз. Вот так. Броню? Два. И сканирование. Повышает дальность действия для расследования. Рикошет заставляет пули отскакивать от определенных точек и позволяет попадать по врагам, прячущимся за преградами. Ебать. Фокус. Пусть фокус будет. Не, ну нормально наболтали, я считаю. Личный блокнот. На нескольких страницах упоминаются... У меня есть доказательства, что ты связан с группировкой байкеров. Ничего я тебе не скажу, коп. Шипастому и оставшимся сервятникам долго не протянуть. Хочешь пойти на дно вместе с ними? Да хер с ним. Я говорил ему не приходить сюда, пока вокруг него столько шума. Сам нарвался. Где он? У него есть укрытие где-то неподалеку, но я не знаю, где именно. Боюсь, это слишком широкая формулировка. Снаружи должен быть припаркован его байк. Это типа чоппер, но не уверен. Посмотри на фото, там номер есть. Правильный выбор. Лучше колоть в салоне. Слушай, чувак, это твоя броня мне мешает. От нее же свет отражается. А, реально? Ага, а вот и чоппер. Получен номер машины. Блять, зачем я так говорю? Пойдем поищем. Эй, Робокоп, мистер Милс хочет поговорить. Он ждет в салоне. Кто такой нахер мистер Милс? Сюда, сюда. Это честь для меня. Наконец-то встретить героя города лично. Жаль, что наша баскетбольная команда не дает нам таких же поводов для гордости. Мы только что проиграли Атланте. Говорят, это потому, что у нас нет по-настоящему командных игроков. Как думаешь, это важно? Быть командным игроком? Не каждой команде стоит присоединяться. У тебя очень многогранные взгляды, и это впечатляет. Вот я всегда ценил командную игру. Так было принято во времена, когда мои родители работали на этот город. Мой дед говорил, что этот район — отличное место для вечерней прогулки. Теперь все изменилось. Кто это нахер такой? Из-за Кузака город охватывает преступность. Он не может это остановить, он не командный игрок. Он не может понять, что от OCP и городу осталось самое ценное сокровище, и это ты. Ты и я, и OCP должны работать вместе. Чтобы сделать город лучше, я хочу позаботиться о твоих интересах. Давно пора. Но чтобы воплотить это в реальность, нам нужна твоя поддержка. Что думаешь насчет того, чтобы поучаствовать в политике? Да пошли вы. Я избегаю политики. Но убежать от нее не так-то просто, правда? Ты символ этого города. Все, что ты делаешь или говоришь, имеет политическое значение. И неважно, на людях ты высказываешься или в личной беседе. Ты должен выбрать, что именно ты символизируешь. Некомпетентность и ненадежность или партнерство и решительность. И лишь один из этих путей вернет Детройту былую славу. Ты сказал, что не к любой команде стоит присоединиться. Так давай создадим такую, чтобы тебе было приятно стать ее частью. У нас с тобой общая цель. Вместе нам будет проще ее достигнуть. А теперь извини, мы уже должны отправляться на другую встречу. Подумай об этом разговоре, о том, что мы могли бы сделать для этого города вместе, одной командой. Я рассчитываю на твою поддержку. Почему я его поддержал? Я его не поддерживал, алло. Вы поддержали Джона Милза, я его не поддерживал, алло.
Я, по-моему, четко дал понять, что нахуй он идет. Итак, кнопка, ему слышно? Да, сэр, он вас слышит. Привет, Серебряный. Трекер говорит, что ты рядом с квартирой террориста, про которого мы говорили. Память у тебя, наверное, сбоит, поэтому я решил прислать тебе напоминание. Проверь это место. В конце концов, конец связи? Конец связи. Домашний террорист. Ну, давай посмотрим на этого домашнего террориста, да? Раз уж мы здесь, действительно, чё бы не заглянуть. Так, нам нужно что-то взять, да? Что-то забрать. Папа, что это было? Это был Ньюк, доченька. Я сомневаюсь, что там террорист сидит, если честно. Мне кажется, этот хрен моржовый просто что-то придумал. Что-то ему надо здесь. Хотя хрен его знает, кто здесь живет. Так, сканируем. Обнаружена ловушка. Обездвиживание завершено. Пицка. Старая коробка от пиццы не относится к делу. Стикер. На этой неделе. Счет за хранение. Забрать кошачий корм. Взять показания у торговца рыбой. Так, платка. Что за плата такая? Картонная коробка с документами не относится к делу. Электронные компоненты, ничего подозрительного. Так, а у меня здесь... Так, давайте посмотрим, могу ли я что-то себе всобачить полезное. Ну вот, на 20, наверное, нужно. Конечно. Конечно, это необходимо. Вверх-вниз. Но, наверное, давай попробуем объединить вот так вот самые маленькие. Мне на 20 что-нибудь нужно. Четырнадцать. Насколько даст? На 15, наверное? 17. 16. Я не знаю, как это работает. Двадцать два. Вот, хорошо. 22 пусть будет. 14-ки еще собираем. Двадцать один тоже нормально. Двадцать один хорошо. 26. Крафт такой интересный, конечно. О, 26. 26. И, по-моему, мне есть куда поставить. Вот я как раз только что менял. Сейчас глянем. 23. Ладно, пусть будет.
23 тоже пусть будет. Давай двадцатки тоже. Двадцать шесть. Так, и что, и что? Вот, можем 26 сюда поставить. А, вверх 21. Вот сюда можно 26. Вверх, вверх, вот. Ну, в целом неплохо. В целом хорошо, можно так оставить. Вроде мы стали посильнее. Угу. Открытая дверь. Так, больше ничего, да? Я больше ничего не вижу. Только что видел что-то на полу и уже не вижу. Хранилище. Номер хранилища 17. Учебная видеокассета. Улика. Еще улика. То есть от OCP поступил приказ вломиться в квартиру журналистки, которая умирается? Дадите комментарий. Я пришел, чтобы расследовать дело о внутреннем терроризме. OCP прислали вас в мое укрытие, потому что хотят знать, что у меня на них есть после того случая в банке. Полагаю, у вас есть еще больше, раз здесь все не умещается. Я нашел счет за аренду шкафчика в складском помещении. Определитесь уже. Сначала вы отпустите меня в банк, а теперь, когда я действительно что-то выяснила о схемах OCP, вы заявились и все испортили? Хотите помочь OCP избежать ответственности? Полиция поймает виновных. Незаконные добытые улики недействительны. Доказательства недействительны, если добыты нелегальным путем. Я их собираю не для суда. В суде против OCP делать нечего. Я оказалась права. Тот план OCP, по которому они хотят взимать дополнительную плату жителей старого Детройта, они нашли лазейку. Если вы поможете OCP заткнуть меня, 1000 людей выселят незаконно. Объясните. Не так быстро. Сначала докажите, что вам можно доверять. В банке я увидела, что вы не просто запрограммированный инструмент, который подчиняется OCP. Но теперь на кону еще больше. Чего вы ожидаете? Раз вы здесь, то я не сомневаюсь, что кто-то из OCP явится обыскать мой шкафчик. Нельзя, чтобы OCP добрались до содержимого, но еще есть встреча, за которой мне нужно проследить. Я не буду участвовать в контрабанде. В моей просьбе нет ничего противозаконного, мне просто нужно забрать оттуда одну коробку. На ней написано «Пекарня на углу». Остальное можно оставить, пусть OCP забирают. Мне все равно, надо избавиться от устаревших документов. Позвоните мне, когда добудете коробку. А, это квартира журналистки. Прикол. Прикол. А я сразу и не понял, если... Так, ладно. Нет, журналистке я здесь доверяю больше всего. Хоть она и написала там про нас какую-то статью, не вижу ничего такого. Хватит кормить кошек в подвале, они повсюду гадят. Понял, не трогаем. Кошек больше не трогаем. Ну что, давайте посмотрим. Какое-то хранилище, да? Банк. Здесь есть банк. Я часто здесь бегаю. Мерфи, можешь помочь? У нас полный абзац.
Да, я сейчас подойду. Коробочку одну там в пекарню отнесу и все. Так, а где банк? Это вообще что за банк? Находится где-то в подворотне. Я бы так... Серьезно, это банк по-вашему? Не, я бы такому банку не... А, это просто складское помещение. Я думал, это ячейка в банке какая-то. Чё ты? Эй, это Робокоп. И чё, мы просто здесь сидим и наслаждаемся моментом. Ничего подозрительного, да, офицер? Так, 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 и что мне надо? Наверное, щиток мне нужен. Оп, подхил произошел. Так, нужно найти ячейку. Офицер, вы заблудились? Могу показать, как отсюда выйти. А, меня смущает эта хилка на входе. Скорее всего, придется что-то делать. Что это? Рисунок выглядит знакомо. Понятия не имею, о чем это он. А это, наверное, для флешбеков каких-нибудь. Проблемы с замком. Похоже, я забыл ключ, но в участке с радостью послушают. Вы уверены, что хотите? В машине хватит места на нас всех? О, поверь мне, братан. Будете сопротивляться, места не понадобится. Так, полетай пока. Ну, давай, давай, выходи. Чё, ещё кто-то? А, вот он, вижу. Вижу, братик. Где ты? Чё ты там кричит? Все, покричали. Ебать, это еще что такое было? Так, калашек возьмем. Очко. Документы, связанные с OCP. Вещи Саманты забрать. Так, забираем. Но мне надо все отсканировать. Потому что за это дают опыт. У меня уже 2 очка. Все? Вроде все. Слушайте, здесь так много пространства. Я наверняка найду что-нибудь интересное в каком-нибудь закоулке-переулке. Я так думаю. Вот, допустим, компромат. Вот еще. Вот сумка. Не, все эти улики это вот
очень нужная вещь. Опыт, опыт. Весь этот опыт я заберу с собой. Так, тут что-то у нас по отдельные документики. А, ну здесь я был. Окей. Ну все получается, пацаны, чё? Посидели, покуковали. По навыкам, давай, что у нас по навыкам? Выносливость. Бонусные очки здоровья. Пусть будут. Выносливость. Пусть будет, наверное, бронь. Дальше там что-нибудь еще прокачаем. Так, меня во всем... Что за радио вообще? Опа, новости. Мы с вами на одной волне. Вас тоже искренне беспокоит экология? Любите величие и красоту природы? Чувствуете беспомощность? Знаю, что каждый год вымирает все больше и больше видов? Давайте признаем, с этим делать ничего нельзя. Знаете старую поговорку? Не можешь победить врага, примкни к нему. Сафари — последний шанс. Познакомьтесь с вымирающими видами, пока еще не поздно. Сафари — последний шанс — это самая большая коллекция почти исчезнувших видов на Земле. Поторопитесь, не упустите их, пока еще не поздно. Ну, понятно. Чё вы тут караулите меня? Так. Похоже, что Беккер был прав. Ты и правда что-то замышляешь у него за спиной? Так я понимаю, эти вещи нужны мистеру Беккеру. Беккера интересует содержимое шкафчика под номером 17. То, что лежит здесь, никак не относится к OCP. Я обязан доложить Беккеру, что ты отдал нам не все содержимое. Уверяю, вам от этого будет хуже, чем мне. Пошли нахуй, блядь, черти. Вот бы вы еще могли что-то мне сделать, да? А то так стоите, там яйцами трясете. Что, конечно, бестолку. Шип в стоге сена. Так, мне надо Саманте позвонить, да? Я правильно понимаю, что вы забрали мои вещи? Люди OCP тоже объявились? Они отследили мое местоположение. Конечно, они ведь там так доверяют. Кстати, коробка. Что если я вам соврала? Не думали о таком? Вдруг внутри бомба или голова моего заклятого врага? Вам не интересно, что там? Если внутри улики преступления, то я бы хотел бы взглянуть. Ага, в первую очередь полицейский. Там мои личные вещи, письма, что-то на память, то, что для меня действительно дорого. Когда эти отбросы не могут справиться с человеком, они пытаются достичь цели через его близких. Я понимаю. Вот у нас даже больше общего. Когда в OCP разберутся с моими старыми документами, у меня будет возможность заняться их махинациями с Дельта-Сити и помочь жителям старого Детройта. Но вы им уже помогли. Спасибо. Продукты от Ронни. Отнесите коробку туда. Да, я оказал поддержку. Бля, ебать, я посыльный, конечно. Туда сходи, туда отнеси. Ну ебать, я робот нахуй убийца. В смысле доллар? Здесь вышло 20... Старик, забери коробку. У меня вещи из Саманты. А, да, рад, что вы ей помогаете. Если бы не она, OCP бы уже выставили на всех на улицу. Все еще могут. Они уже разобрались с некоторыми. Многие семьи пострадали. Хуже всего досталось маме Саманты. Но не мне об этом рассказывать. В общем, оставьте коробку вон там, сзади, рядом с кормом для кошек. Она должна завтра все забрать. Саманта одобряет.
Ну окей, раз Саманта одобряет. Чу-чу-чу-чун. Хорошо, выполнили. Чё хотели, ребят? Что случилось? Ты не поверишь, нескольким рецидивистам в их светлые головы пришла идея взять штурмом здание суда. Они с чего-то взяли, что если его разнести, то все их судимости пропадут. Они захватили заложников и теперь требуют 6000 сьюкс и самолет до Акапулько. Акапулько в зоне боевых действий. Сомневаюсь, что эти следят за новостями, но боюсь, когда прибудет спецназ, спасать будет уже некого. Если они хотят полететь в зону боевых действий, готов предоставить им билеты в первый класс. Нападение на здание суда. Погнали, разберемся. Сегодня это будет нашей задачей, да, главной задачей. А, я сейчас пройду через металлодетектор и все запищит, да? Конечно. А как так получилось? У меня, оказывается, патриков нет. Вот это неожиданно. Кто еще? Кейси. Чик. Не, ну разрушения здесь прикольные. Прикольные. Не скажу, что прям самый топ. Кто по мне стреляет? Так, карта УСП нужна, я понял. Так, здесь ничего. Что ты, блядь, там метаешь в меня, блядь, икромет? Чик, и чё скажете? Блядь, да? Ну ебать, и как выйти отсюда теперь? Спасибо. Так, мне карта OCP нужна. Только что-то я ее вообще не вижу, не наблюдаю. Так, как сюда попасть? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Угу. Чик. Кошелечек. Вот эта карта доступа, хорошо. Ну чё, придурки? Кто там повоевать хочет? Вы же сюда за этим пришли, да? О, ну давай вот здесь еще побегаем, посмотрим.
Так, здесь ни хурма. Ни хурма и ни чешуя. Так. А в том конце? Понятно. Так, подхил. Ай, бля, не спас опять. Троих не спас, двоих. Твою мать, это робокоп. Твою мать. Не, ну ладно, сколько спас, столько и спас. Ну, не идеально, конечно, но что ж, тоже ничего, правильно? Хоть кого-то же спас, это уже хорошо. Так, все, тут ничего интересного. Подчищаем. Блин, ну я думал, что вот этот впереди стреляет, а там, короче, слева еще тип стоял, все испоганил. Ну вообще я молодец. В одиночку зашел, всех спас. Эй, Роба, ты им задал, рад с тобой поработать. Окей, здесь закончили. Ну что, чуваки, давайте на этом закончим. Большое еще раз вам спасибо за вашу поддержку, за вашу помощь. Ссылка на ВК-сообщество внизу в описании под видео. Переходи, подписывайся. И, конечно, лайки под видео и твои комментарии супер помогут. Спасибо за потраченное и уделенное время. Это очень ценно для меня, что вы смотрите, что вы поддерживаете. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.